Объем добычи платины в Хабаровском крае вырос почти на 18%. В Министерстве природных ресурсов Хабаровского края подвели итоги работы горнодобывающей отрасли в первом полугодии 2014 года. В этот период добычу золота и серебра на территории региона вели 20 предприятий. Одна компания работала на месторождении рассыпной платины. По данным Минприроды, добыча драгоценных металлов в Хабаровском крае ведется с опережением плановых заданий, установленных министерством. За 6 месяцев объем извлеченного золота составил 8,28 тонн. Это 101% от плана. Серебра 45,33 тонн, 115% от плана. И платины 1 тонна, 112% от плана. По серебру и платине результаты оказались выше, чем в аналогичный период прошлого года, на 4,17% соответственно. Основной объем драгметаллов добыт предприятиями, которые специализируются на рудном золоте. Это закрытое акционерное общество «Многовершинное» и ООО «Белая гора» в Николаевском районе, ООО «Охотская горная геологическая компания» в Охотском районе, ОАО «Амурзолото» в Яномайском районе и ООО «Ресурсы Албазино» в районе имени Полины Осипенко. На них приходится 85% золота, полученного за первое полугодие 2014 года. Объем добычи рассыпного золота в этот период составил 1,24 тонны. Это на 40% опережает плановое задание и на 6% больше уровня 2013 года. Сумма налоговых отчислений горнодобывающих предприятий в бюджет края достигла 1,14 миллиардов рублей.